Дві з яких дострокові. Із Києва Юрій Вішняков! Слушайте мої команди. Желаю удачі. Влад. Другий раунд.
нормально. Сейчас хороший раунд. Начинаешь пристреливать, правый попадаешь по печени. Это хорошо, сейчас это скажется. Надо будет просто добавить пару ударов. Колесный вперед, поставь вот так, поставь. Третий раунд. Бокс. Anda pada bau jubilat sang, maka kalau guru sih mau jual apa anda? Ini kalau guru sih kurang kita nak, kita nak sini, sabtu guru kita nak. Iya, itu semua. Давай, пошел работать. Давай. Сейчас лично провалился.
Бокс. Поделим, да. Сейчас, вот это. Просто пойдет ее. Попробуй, левый проходит, попробуй ее. Ну, левая, левая, это справа. Ты же вот ударил, поднимайся на голову. Просто бросай руку. Даже был очень грамотный раунд с твоей стороны. Давай, повтори, сделаем. Давай, давай, он уже подсаживает, он давит, он уже давит. Хорошо, ее, хорошо. Вот, вот, вот. Лечь, стреливай, перечь.
Стоп! Брейк. Бокс! Хорошо, отлично. Стоп! Бокс! Kurçkur nafas olsun. Oğlum bunu bir ayı kresin kalışımız yeri. Görüp işte yine. Kara olsun. Korkup oldu primo olsun. Aşırı flot ne olsun? Bu da 2, 4, 2, 3, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bazen bu
ты достаешь его с дальней дистанции. Тайм. Головой аккуратно. Тайм. Бокс! Стоп! Бокс! Заключный восьмой раунд. Come on.
Дякую, боксер, за цей поєдинок. І ми чекаємо на рішення суддів. Поки рахуються бали, я хочу, друзі, ще раз від імені компанії K2 Promotions подякувати нашим партнерам. По-перше, це компанія Favbet. Favbet запали гру. Телевізійний партнер – телеканал Інтер. Також подяка сайту fightinvision.com. Наша подяка ТРЦ «Гулівер» та розважальному комплексу «Авалон», а також спортивному порталу «Міксспорт». Пані та панове, рішення суддів. Микола Воліков, 79-73. Влад Бабаян, 78-74. Володимир Дячук, 76-75. Одноголосним рішенням суддів перемогу у цьому поєдинку.